Ох, ребят, мне сейчас очень повезло. Соседка подумала, что я она подумала, что я просто забыл, предупредить. Вот. Она так и не догадалась, что я видос снимаю. Вот. И, короче, такой вот случай, что она просто подумала, что я забыл написать, что я приду, и сказала, что сын вернется только завтра или вечером, и что я могу идти домой. Она сначала предложила попить чай или там поесть вкусных пирожков. Я лично сказал, что нет, не надо. Сказал, что я просто подумал, что с сыном могу опять что-то сделать. Вот. То, что у меня машина желтая, она заметила. Вот, но почему-то ничего не сказала. Либо она подумала, что это телефон, или что это просто что-то желтое. Вот. Да, по крайней мере, добро поступила, она не спросила. Она просто спросила, что я здесь делаю. Вот. Мне пришлось выключить камеру, потому что запись длилась очень долго. И, короче, я сейчас очень сильно успокоился. У меня просто сердце колотится, я не знаю как. Да. Она, оказывается, заподозрила еще до этого, что я здесь, еще когда я... еще когда дверь открывал, она услышала скрип и сначала подумала, что скулит собака. А потом она поняла, что я это был. И вот. Сначала я подумал, она разозлилась, вот. И она, к счастью... Вот. А насчет этих кустов я сказал, что они уже так лежали. Вот. Это был орех, слава богу, да. И, гайсы, мне нужно кое-чем признаться. Не переключайте видео, что на самом деле я все наврал. Это был пранк. Это не дом нашей соседки. У нее нету... Я не живу где-то там. Я живу в этом доме. Это была моя мама. Вот. Мой отец, правда, уехал по работе быстро за границу. Он, конечно, завтра вернется. Он там на 2-3 дня слетал в Германию или там куда-то. Но я вам, честно говоря, я вас разыграл. Я живу в этом доме. Вот. Потому что у нас, к сожалению, таких вот прям супер тесных друзей нету. И поэтому... ничего. Реально, ничего, ебугу, ничего. То есть, да, я вас разыграл. Вы можете успокоиться. Да, это было не очень реалистично, потому что соседи бы давно уже позвонили бы. Хотя, на самом деле, никто в окно не смотрел, насколько я знаю. Они бы уже давно позвонили там по нужному делу. А тут, да. И машина-то моя, я ее никому никогда не отдавал. Я ее в лагерь с собой брал, у нас лагерь недавно был. Вот, и, короче, я вас разыграл, и всем пока, ставьте прошлому этому видосу лайк, и до скорой встречи, пока.